Добрый вечер, уважаемые друзья! С вами снова на связи Панорама 360. И мы продолжаем наш увлекательный викторин. Сегодня мы поговорим про две новостройки. Эти здания прямо перед нами, зеленого цвета. Это новый, пока что еще не законченный проект комплекс. Называется башня Нева Таурс. И они несколько отличаются от всех остальных небоскребов комплекса Москва-Сити. Та башня, которая пониже, будет предназначена только для офиса. А та, которая повыше, планирует включать в себя магазины, кафе, рестораны, детский сад и даже школу. Но вот жилых апартаментов там делать не планируют. Внимание, вопрос. Что же будет находиться в новостройке вместо жилых апартаментов? Переходите по ссылке под видео и пишите ваши варианты.